да я покажу. Сейчас покажу. Ты что, Авзою бы? Гриша! Ау. Ну ты не думаешь головой? Гриш, ты не думаешь головой вообще? Я думала, что он как не полетит. Гриш, а я так и думала вообще-то. Вот так. Гриш, иди учи, пожалуйста, слова по-английскому. Табуретка. Угу. Слово кики. Зоя, ты чего повторяешь за Григорием, а? Мама, она со мной за компанию. А? О, а что теперь у меня не отлетело? И что? Гриша, и ничего. Вот тут это уже не я сделал. Она сама, да, Зой? О, прикладом. Да? Угу. На. Прикладом ударила. Доброе утро. Я продала. Да? Да, приехали, сейчас Григория сфотографируем. Сейчас немного посидишь у меня и заберешь. Угу. Зоечка, ты с нами? Угу. Пошире и глаза. И ты зажал, спокойненько сиди. Глаза вверх. Угу. Так, все, Гришины фотографии я уже вклеила. Вот такие вот получились. И ученический билет, билет учащегося, и везде надо фотографии. А Гриша так переживала, то сказал, что даже могут наказать, если не вклеить, да, Гриш? И билет. Ну, теперь можно не волноваться. Да, теперь можешь идти в школу спокойно, сынок. Давай обеда, я пошла готовить вещи, ладно? Та-да-да, у нас уже почти 4. Родня сейчас повезла Антошу на танцы, а мы... Ну, не мы, а я, вернее, забрала проектор. Вот такая вот штука. Это китайский проектор. Он с Китая просто перепрограммирован, перенастроен для того, чтобы показывал картинку, а не изображение. Вот, все работает, все проверила. Потом вам поподробнее все расскажу. Штатив в нем шел. Кстати, для телефона, по-моему, тоже эта штука от штатива. В общем, коробка была штатива. И коробка с дековская, в общем, с деком доставляли, вот, и сам проектор, вот, все, упаковка еще зашла, в этот кондитер купила Сеньор Петти, как-то так называется магазин в Краснодаре, это фломастеры пищевые, так, и несколько видов красителей, вот такие вот итальянские Color Gel, то есть они гелевые. Очень мне нравится. Мне такой черный и коричневый колор гелевский. Это телесный цвет купила вообще, по-моему, незаменимый. Темно-зеленый, вот такой голубой. Еще красный, потому что у меня закончился. Вот, так что будем делать с вами Дедов Морозов, я думаю, снеговиков, елочки. Так, а сейчас я, наверное, попью кофе, потому что Краснодар, как вы знаете... Я просто помираю, когда после Краснодара все, мне уже плохо. Нужно выпить кофе и продолжать жить. Вот, потому что скоро ехать за детьми. Ой, Григорий, опять Ката. Вас.
Was. Так, я сейчас Антоху забрала с танцев. Как танцы? Антоша грустный, потому что дядя Степа его должен был забрать, да? Забрала мама. Ну ничего, сейчас пойдем Афоню заберем. Пошли. Так и написано в садике Афоня. Афоня, да, называется «Нарисуй что-то круглое». Вот Афоня и нарисовал. А где твое? Там что у тебя? Дом. Ты живешь в домике? Вот он. Правильно. Лёва. Все, ты покушал? Да. Молодец. Завтра у тебя праздник? Да. Кто к тебе придет на праздник? Вот или мне мама. Пусть тут шортики. Заберем домой? Нет, сандали. Так, я купила, заезжала в деревенскую курочку. Это у нас такой местный производитель, птицефабрика «Кавказ» называется. Купила крылышки на завтра охлажденные. Такой вот цен, я не знаю, тут нету, да? Цен. Да, тут только вес. Фарш, который здесь есть и свиноговяжий. По полкилограмма лоточки и куриные. В общем, по килограмму каждого. Сердечки наши любимые куриные. И одну курочку. Ты маме покажи, где ты там начертал. А где ты ее поймал? Да у вас в комнате. Я вижу, что-то свет это мигает все время. Туда-сюда это, типа, кто-то летает. Я пошел. А там бабочка. Я на улице. Идите выпускать. Чтобы она погибла первой женой. Что ты тут делаешь? Тут я ворю руку. Наклеиваешь наклейку на руку, да? Да. Ну и как, она потом больно, наверное, отдирается? Да. Больно? Нет. Точно? Мне больно. Не больно? Нет. Все больно. Так, Григорий тут чаёк нам делает, будет вечернее чаепитие, да? Конечно же, надо мизинчик отставлять тут доделать. Я тут сел, смотри, а я выиграю. Да. Я вроде веду дорогу, рыженьки. Ужас, сынок, ужас. Я делаю миньонов. Завтра это будет подарок. Еще табличка с днем рождения. Давай сначала, кто на свете? Кто Олег и Алева. Так, ножку опусти, давай ровненько. Всех? Алева. И? Кто Меликати? Амеуки Дукатель. Это мама. Мама Нака. Вот такой стишок. Завтра Афонечка будет мне рассказывать. Завтра у Афонечки праздник, да? Потом ты будешь спать. Я с тобой буду спать? Да. Вот, в общем, вот так заканчивается наш день. Сегодня этот Краснодар, конечно, меня убил. Прям очень сильно. Ты зубки почистил? Да. Чтобы было хорошо пахнул ты, да? Да. Но зубы чистили. Молодец. Чистые зубки? Да. Я для зубы. А для Вани не зубы. Да, но мама еще не чистила, да? Мам, давайте будем зубы чистить. Ну сейчас вытру со стола и пойду чистить, хорошо? Да. Да? Да. А ты куда спать? Да, давай. В общем, сегодня город меня, конечно, вымотал. Еще мы там поехали. Куда-то не туда заехали, боже. Это был ужас.
Ну хорошо, что есть навигаторы. Это все из-за того, что там какие-то мосты ремонтируются. И что-то там пошло не так. Я опять зависла. Но... Не знаю, что там будет с этим файлом, он как-то завис. Не знаю, что это было. Так, в общем, завтра у нас, как всегда, куча дел. Завтра буду делать... Что у нас завтра? Вторник, да. Вторник, завтра у нас вязание по плану. Английский с Григорием. Не знаю, как-то сейчас там у нас с английским. Ким учительница поменялась. Мы не можем привыкнуть к тому, что уроки немножко по-другому задают, поэтому нужен обязательно по английскому, конечно, контроль, в том плане, что выучил, не выучил, постоянно надо это все проверять, потому что новые слова, каждый урок. Вот, так что учим английский. Что еще мы делаем с Гришей? Карате ката повторяем, потому что в воскресенье уже у нас соревнования в Ейске. Вот, так что куча-куча дел. Завтра праздник у Афоньки, в четверг у Маргоши, не знаю, когда там у Антошика, наверное, в пятницу. В общем, все, на сегодня все, пряники доделала, миньонов, что еще доделала? Просто два сердечка завела, чтобы мне матери еще доделать два пряничка. Вот, и на сегодня будем прощаться. Я устала очень, влог этот какой-то непонятный, наверное, из-за этой усталости краснодарской. Вот, с проектором будем разбираться, будем что-то интересное рисовать, наверное. Смотрю, что там есть на флешке. В общем, еще толком не разбиралась. Главное проверить, что все работает, и отписаться, что все нормально, СДЭК все хорошо доставил. Все, теперь на сегодня точно все. Пока!